Друзья, RJ попал к нам, как и все остальные, когда уже не надеялся на помощь. Он был истощен, измучен, с пироплазмозом. Скелет, который лежал на обочине, за городом, в полях. Его увидели чисто случайно. И, разумеется, не могли проехать мимо. RJ живет у нас всего полгода. За это время он поправился. Но, возможно, у него была травма. Возможно, был когда-то удар. В общем, что-то, что спровоцировало эту опухоль, которая внезапно вдруг начала расти на затылке. Разумеется, мальчика сразу, несмотря на все наши трудности, мы отправили в стационар. Там его обследовали. Врач вынес вердикт. Оперировать обязательно. Пока вот эта опухоль не закостенела. Это нарост на затылке. Пока он мягкий, его удаляют. RJ прооперировали. Операция была тяжелая.